Ну вот, друзья, мои уточки добытые. Одного черка здесь не хватает. Короче, три крикоша, один гоголь, две широконоски. Вот, как-то так. Получается 8 черков. Девятого кто-то съел. Ну что, добрый вечер, друзьяшки. Я тоже маленечко прибавлю. Вот так. Это у нас, короче, гоголек. Вот у нас крикошок. Жена там, короче, уже это прибирает, их разделывает. Но я беру вот такую вот горелочку. И вот тут у меня голову уже. Широконоски, голова. Черок тут. Еще черок. И горелочки наяриваю вот так. Друзья, потихонечку всмаливаю. Вот видите, обсмаливаю муточек. Газик у нас остыл, плохо дует, на улице оставил, у нас сегодня прохладно. Так, забыли, друзья, посмотреть на заразность. Гоголёчек. Саркоцистоз есть, нет? Да нет, здесь червей нету в Гоголе. И вот смалим до выделения жирка. Кирюха у нас щипает. Да, состыл, друзья. Поэтому так слабенько дудит. У меня его там еще мало осталось. Пенечки выдираем, которые остаются. У меня батя раньше смолил паяльной лампой.
газ тоже на конфорках смолили. Сейчас вот удобно, такие горелки есть. Прям классно. Видите, вот эту черноту убираешь. Перья такие мелкие. У крикоша видали какие-то запирающие крылья. Так, сейчас его проверим на заразность. Чистенькие, друзья. Нету заразы. Жирненький крикаш. Получается еще одного крикоша смолить и одну широконоску.